Мы заходили в деревню, да, некоторые были добровольцы, которые, ну, мародеры. А зашел я раз в помещение, да, там, туалет, душ в доме, да, у меня такого нет, понимаете, и мне было стыдно за эти. И вот вы как бы сравниваете меня со всеми, я не как все, это прям 100%. То есть Точно, точно никак. То есть у вас туалета, душа дома нету, да? Да, он мне не нужен дома. Чтобы вонять и убирать в доме его постоянно. А где вы? У меня туалет на улице. А вы срете на улице, я да? Я в деревне, да, я живу. И то есть мне это нормально, мне туалет не надо мыть каждый день. И вонь я ночью чувствовать не буду от него. Из-за того, что кто-то забыл смыть. Понимаете? Как бы так. Серьезно? Ну, то есть у вас вот эта кабинка такая, да, деревянная там? Возможно, да. Да? И вам это все устраивает, да? Да. А вы пользоваться унитазами умеете? Да. Умеете, да? А для чего? Какой стороной садиться на унитаз? Задней. Задней, да? То есть спиной? Да. К стене, да? А да. Писсуар знаете, что такое? Да. Знаю. Я в любое общество захожу, я себя нормально чувствую, я приличный человек. А что вот вы говорите, мародерили, что забирали? Люди. Ну вот добровольцы, те, которые свои, так, типа добровольцы, что забирали у украинцев? Некоторые телевизоры тащили, некоторые там телефоны забирали. При мне лично заходили в дом, взяли планшет, там, зарядки какие-то. Но мне это не надо, у меня это было, мое. Ну, то есть, у меня украинские солдаты взяли, но я чужого не брал.